Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Бути щасливими чи не таке бажання ми ставимо для себе та тих, кого любимо. Але не завжди розуміємо, що ж за ним стоїть. Аби розібратися детальніше, для цього ми запросили до нашої студії Кіру Дєгліну, письменницю, яка дуже багато книжок написала про щастя. І я думаю, що те щастя, воно є у вас всередині, бо ви аж світитесь кожного дня. Рада вас бачити. Добрий день, пані Кіра. Добрый день. Я тоже очень рада вас видеть. Добрый день, дорогие телезрители. Я приветствую всех, кто сейчас присоединился к нам. З приводу щастя. Ось таке поняття, воно досить таке філософське, розмите деколи. І люди часто говорять, але не розуміють, що ж це таке. Але коли людина вже зрозуміла, що таке щастя, і втратила, наприклад, його, то одразу стає зрозуміло, що це було. З приводу щастя, то що ж для вас означає це поняття? Дело в том, что о счастье действительно очень много идет разговоров, очень много понятий есть и философских, и психологических определений. Но если говорить о чисто житейских таких моментах, то, о чем говорим сейчас мы, состояние счастья – это легкость, это радость. Вот говорят, что когда вы счастливы, вы можете даже этого не замечать. Когда человек несчастен, он это четко понимает. Состояние легкости, радости. Вот есть такое определение, что счастье – это состояние адаптации к тому, что с вами происходит. Ведь, согласитесь, это достаточно субъективное понятие. И люди, которые живут процветающие с точки зрения социальной реализации жизнью, и люди, которые живут достаточно скромно, вот они могут быть далеки от счастья или близки к нему. У каждого это состояние, вот оно вызывает свои какие-то чувства и эмоции, и то, что для кого-то счастье, там, например, радуга в небе, пение соловья, другого может абсолютно не трогать. Хтось, да, так. Кто-то может да, не замечать этого совершенно. На самом деле, вот я считаю, что счастье – это гармония с самим собой. Счастье – это состояние души. И настроение – это тоже состояние души, а настрой – это работа разума, с помощью которой, с помощью этой работы мы можем приближать в свою жизнь счастье. Потому что очень важно ценить то хорошее, что происходит в жизни, не пропускать это мимотеком. А у нас такая жизнь, она и быстротечная, и много таких, особенно сейчас, моментов, которые людей напрягают, пугают. И в этом состоянии тоже очень важно не растерять, стерять і не потерять вот это состояние счастья. Чи можна сформувати, навчитись не просто розуміти, що таке щастя, а навчитись його переживати, тримати в собі, навчитись бути щасливим? Конечно, конечно, этому можна научиться і этому нужно учиться. И на эту тему много написано книг, очень много книг, и моя книга «Добро пожаловать в счастье» тоже об этом, там 350 страниц. 350 Да, да, да. Здесь и мой личный опыт, и мой 15-летний профессиональный опыт в области позитивной психотерапии. Самое главное для того, чтобы привнести в жизнь больше счастья, захотеть, вот как бы это банально ни звучало, когда человек понимает, что я хочу в своей жизни изменить что-то к лучшему, и в первую очередь восприятие самой жизни. Вот с этого все и начинается. И у меня есть такая жизненная установка, мне есть кого любить и есть за что благодарить. И в те моменты, когда трудно, когда какое-то напряжение, я вспоминаю, я возвращаю себя к этому, и я вспоминаю об этом. Дорогие друзья, кто сейчас нас смотрит и кто будет нас смотреть в записи, вот поразмыслите на эту тему вот прямо сейчас. Вам есть кого любить и есть за что благодарить. Ви знаєте, пані Кіра, якщо людина думає про щастя, то дуже часто ми чуємо таке от поняття, що ну, це так сентиментально, це настільки нереалістично, це десь воно там є, звичайно, те щастя, але в звичайному житті ми його не відчуваємо. Треба просто жити, треба просто виконувати ті свої обов'язки, які у вас є, і все. А оте все повикидайте з голови. Є і такі принципові позиції в людей. Угу. Як ви вважаєте, чи потрібно працювати над тим, щоб людину змінити, якщо є в неї ось такий прагматизм? Чи, можливо, це добре, і людина знайшла своє щастя у тому житті, яке вона бачить перед собою?
Я считаю, что качество жизни измеряется радостными моментами. Вот сколько в жизни радости, я даже такое вывела определение, коэффициент радости. Коэффициент радости в вашем дне, вот текущий день – это маленькая жизнь, каждый день – это маленькая жизнь. Сколько, какой коэффициент радости, сколько радости в вашей деятельности? Как часто вы ощущаете радость в окружении своей семьи, своих близких людей, своих друзей? Вот это есть качество жизни. И, в общем-то, все, что мы в жизни делаем, строим семью, рожаем детей, занимаемся творчеством, развиваем свое дело, развиваемся профессионально, заботимся об уюте в доме, путешествуем. Ведь это же все для того, чтобы в конечном итоге ощущать себя гармоничным и счастливым. И я считаю, что заботиться о собственном счастье – это вот главное, что есть в человеческой жизни. И как достаточно часто бывает, люди ставят перед собой какие-то социально значимые цели, движутся к этим целям. Да, это измеримо. Успех в социальном понимании этого слова – это измеримое, материально измеримое понятие. Да? А вот счастье – это тонкое такое вот состояние души. Вот человек доходит до какой-то вершины, он достигает того, к чему стремился, и не ощущает радости. А наоборот, какая-то потеря, какое-то опустошение, потому что, когда он двигался, он считал, что достигнув этого, вот, он станет более счастливым, он что-то такое в свою жизнь привнесет. Но если не ощущать счастье в процессе, оно никогда не получится в результате. Счастье – это то, что нельзя пропустить, я не помню, чья это фраза, между вдохом и выдохом. І любов це та мить, да. Виходить, мить ота, це і є щастя. Це мгновення, да, це мгновення. Нельзя постоянно, даже люди, которые счастливы, они не могут постоянно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю пребывать в этом состоянии. Счастливым людям точно так же, как и людям несчастливым, знакомы, и они переживают все эмоции. И страх, и печаль, и уныние, и раздражение, потому что наши эмоции – это механизмы адаптации к тому, что происходит. И, к сожалению, природа не наделила нас геном счастья. Он не нужен был для выживания. Наши далекие предки, им для выживания нужно было совсем другое. Им нужно было пугаться, когда нужно испугаться, притаиться, когда нужно притаиться, там, силами собраться, каким-то образом повлиять на реакцию противоположного пола. Перемогти. Для выживания, да, победить. Для выживания этого было не нужно. Человек пребывал в каких-то эмоциях, но это не были эмоции счастья, потому что в эмоции счастья человек расслабляется, и защитные вот эти вот инстинкты, они притупляются, а человек все время должен был находиться в состоянии боевой готовности. Поэтому даже Фрейд говорил, что нас природа изначально не наделила счастьем, не было у нее такой задачи. Поэтому, наверное, бывает так трудно себя настроить на то, что счастье нужно развивать. Оно не падает на голову. Да, есть люди, вот мы рождаемся, да, с каким-то определенным уровнем счастья. Уже это доказано и это измеримо, что есть определенные центры в мозге нашем, есть определенные биохимические реакции, которые происходят. Вот даже тип темперамента наш, у каждого свой тип темперамента, он тоже в большей или в меньшей степени благоприятствует тому, чтобы человек ощущал себя или не ощущал себя счастливым. Вот. Поэтому для того, чтобы быть счастливым, нужно осознанно работать над собой, надо осознанно это привносить в свою жизнь. А, пані Кіро, а якщо ми отак от візьмемо, практично підійдемо до цього питання і подумаємо, от нам щось потрібно для того, щоб щось привнести в своє життя, аби бути щасливим. Можливо, якісь вправи треба робити, можливо, стояти там перед зеркалом кожного дня і собі щось промовляти, можливо, шукати в собі у щось. Каждого, не знаю. Да, у каждого, безусловно, будут свои рецепты. Но в первую очередь, что я рекомендую, вот то, что всегда с вами, это ваше тело. Позаботьтесь в первую очередь о качестве сна. Вот, как бы это прозаически ни звучало, вы подумайте, насколько было бы счастливее человечество, если бы люди хотя бы высыпались столько времени, сколько они хотят. У нас сейчас вот основной такой вот стрессовый момент происходит из-за того, что люди даже элементарно не высыпаются, спят мало, в неправильное время. А у нас во сне происходят очень важные реакции. У нас идет восстановление нервной системы, у нас идет восстановление иммунной системы, у нас краткосрочная память переходит
долгосрочную. И человек, который отлаживает хотя бы свой сон, он каждое утро просыпается гораздо более счастливым. Да, безусловно, есть какие-то заботы и есть какие-то моменты, которые выбивают. Да, да, они вроде бы как со счастьем и не сочетаются. Но тем не менее, когда человек заботится о состоянии своего физического тела, в том числе и физическая нагрузка, физическая активность, это не обязательно там большой спорт или изнурительные занятия в тренажерном зале, но физическая активность и сон – это то, что нам необходимо. И правильное питание, безусловно. Но об этом я могу много рассуждать. Но я в первую очередь говорю, для того, чтобы человек ощущал себя более счастливым, нужно позаботиться о том, что происходит в вашем телесном доме. Наша душа живет в телесном доме. Так очень важно позаботиться о том, что происходит с телом. Я от на вас дивлюсь, мені здається, що ви ніколи не буваєте іншою людиною. Ви завжди позитивна, ви завжди така, ну, мила, щаслива жінка. Я не знаю, можливо, ви до цього прийшли, але ж, мабуть, є у вас рецепти, якими ви можете поділитися. От чи бували такі випадки, коли, ну, все, руки опускаються, нічого не хочеться, звісно, робити, не хочеться нікуди йти? Безусловно. А як тоді ви знаходили, що ви знаходили для того, щоб піднятися, для того, щоб завтра вже почати все спочатку, чи, можливо, і сьогодні навіть? Дело в том, что вот эту вот книгу я писала, когда я находилась в очень тяжелом состоянии физически, очень тяжелом состоянии. Я писала эту книгу для того, чтобы выжить. Я не знала, допишу ли я ее. Вот я так откровенно говорю теперь на эту тему. Я долгое время вообще не могла об этом говорить. Я не знала, допишу ли я ее. Но она помогала мне каждое утро просыпаться, потому что я изыскивала вот эти вот рецепты души вот для того, чтобы поделиться вот тот опыт, который у меня был. И эта книга получилась самой толстой. И она очень оптимистичная. И здесь много рецептов и много таких вот моментов по улучшению качества жизни, по тому, как извлекать из жизни несчастья. Она очень оптимистичная, и в ней нет ни каких-то тяжелых моментов. Я здесь ничего этого не описываю, вот эти моменты преодоления. Просто я... Почему я вообще это говорю? Потому что какой бы ни была ситуация, вот тоже это моя такая жизненная установка, какова бы ни была ситуация на сегодняшний день, в моих силах изменить ее к лучшему. Вот это моя жизненная установка. И каждый раз, просыпаясь утром и понимая, что у меня впереди есть этот день, а сколько еще впереди у меня дней, я не знаю, и никто не мог мне сказать, сколько у меня впереди дней будет вот на тот момент, когда это было, вот это было 3 года назад, вот такая ситуация. Вот я понимала, что сегодняшний день я могу прожить. А как я могу его прожить максимально качественно? Что я могу в этот день сделать для того, чтобы этот день был действительно весомым и для меня, и приносил пользу людям? Вот если такую задачу перед собой ставить, что каждый день это не проходной участок времени, это очень важный момент, это кирпичик вашей жизни. Это то, что можно использовать по максимуму. И даже если вы просыпаетесь, и физическое состояние, может быть, и состояние энергии не позволяет вам сделать что-то масштабное, но все равно порадоваться жизни каждый человек может. Порадоваться элементарным движением. Вот вы идете, я огромное удовольствие получаю, я люблю прогулки по утрам. Я живу в парковой зоне, я люблю прогулки по утрам, особенно в хорошую погоду. Так, а зараз, какая нам осень дарована, так? Осень просто сказочная. И вот просто так вот расплескать такой день на негатив, ну, это непростительно. Нужно позаботиться о том, чтобы максимум радости извлечь из этого дня. И, конечно же, любые состояния, любые настроения свойственны человеку, и мне, естественно, в том числе. Бывают дни, когда я не в хорошем настроении, бывают дни, когда меня тревожит. А мои дети, мои родители, то, что происходит вокруг. Ведь мы все живые люди, мы реагируем на все происходящее. Но я понимаю, что и себе, и моим детям, и моим родителям, и людям вокруг я принесу гораздо больше пользы, если я позабочусь о том, чтобы быть счастливым. Вот Юрий Никулин сказал такую фразу замечательную. Он говорит, если бы каждый человек позаботился о собственном счастье, все люди на земле были бы счастливыми.
Це правда. Да. Тут нема чого додавати, насправді. Да, действительно. І якщо вот люди вважають, що щастя либо оно є, либо його нет. Либо настроєння хороше, либо настроєння нехороше. Вот так вот пливуть по течению. То, дорогі мої, на самом деле это не так. Ведь нас же не удивляет, что для того, чтобы выросло растение культурное, да, там, например, роза или яблоня, там, нужно поливать, нужно там ухаживать, нужно подрезать, да, нужно вовремя собрать плоды. Нас это не удивляет. А то, что амброзия в человеческий рост за 2 недели может вымахать, просто без ничего. Это так и есть. Вот так же точно и негативные мысли. Для того, чтобы они проснулись в нашем мозге, особенно когда такие происходят вокруг события. Ой, это проще простого. Съехать зараз в негатив. Стільки да. багато різних депресивних станів у людей. Ну тут я, мабуть, більше буду говорити не про саму пору року, осінь, так, її вважають депресивною, а більше, мабуть, про те, що відбувається в суспільстві. Угу. Бо ми бачимо усе, і воно не може пройти повз. Конечно, воно з нами, ми відчуваємо усе. Да. І тут дуже важливо, мабуть, зберегти той позитив, який був хоча б у нас, так, і не зреагувати так, щоб зірватися повністю. І ось коли є у вас, можливо, така думка, що от зараз, ну все закінчиться, зараз зірвусь, як ви себе зупиняєте? Знаєте, є багато різних, там, до 10 порахувати, до 20, щоб не зірватися на близьких, наприклад, так? А є, можливо, якийсь секрет ваш особистий, яким ви користуєтесь? Вы знаете, я использую мудрость царя Соломона, который говорил, и это пройдет. Я понимаю, что временно, какая бы ни была ситуация, эта ситуация временная, и это тоже пройдет. И если я могу повлиять на то, что происходит, есть спектр вопросов, на которые я могу повлиять, а есть спектр вопросов, на которые я повлиять не могу. И лучшее, что я могу сделать, это вот оставить то, как оно есть, и позаботиться о собственном душевном равновесии. Главное, вот у меня тоже есть такая установка, главная ценность я и мое душевное равновесие. Если так человек будет подходить к самому себе, вот, он будет создавать и для себя, и для людей эмоциональный комфорт. Ведь каждый же понимает, что когда рядом с вами находится счастливый человек, вот рядом со счастливым человеком находиться легко и приятно. Когда человек находится в негативе и сыплет негатив вокруг, и изливается это на близких, то это не добавляет радостного микроклимата в семье, это не приводит к негативным результатам. И также я вспоминаю, я многих очень цитирую. До речі, так, хочу показати якраз вашу книгу, ось, називається вона «Дар». Ось так вона оформлена, дуже гарно, яскраво, в таких фіолетово-рожевих відтінках. Бачите, як все це виглядає, ну просто неймовірно. І теж все це, мабуть, ну це роман, так? Роман, да, це психологічний роман. Про позитив, да. Врешті-решт, в будь-якому вигляді, так? Тут, безусловно, тут тоже рассказывается, тут персонажи, герои, там, о двух подругах. Вот вообще художественная литература очень помогает немножко так переключиться от повседневности. Психологическая литература дает рецепты, а художественная литература помогает отключиться. И здесь действительно есть рецепты тоже по улучшению качества жизни, по гармонизации отношений. Тут интересный сюжет. И один из персонажей этого романа – это наш город. Днепр. Так. Да. Ну, события карти не відкриваємо, ми просто можемо да. заінтригувати, що там є. События происходят в нашем городе. Покажу да. ще одну. Ось ми про щастя вже говорили, так? Це така найтовстіша, на 350 да. сторінок вийшла у вас така розповідь. Ну, більше навіть не розповідь, а, мабуть, психологічна книга. Это психологический навигатор в прозі, стихах и рисунках. Здесь много иллюстраций таких вот с юмором, которые тоже помогают вот эту информацию легче воспринимать, потому что многие из нас визуалы. Вот. А эта книга «Я выбираю любовь», и это, в общем-то, это мой девиз по жизни. Это роман, вот, и это мой девиз по жизни. Я выбираю любовь. И если вы выбираете любовь, и если вы выбираете себя, то гораздо легче состояние счастья сделать не редким гостем в своем эмоциональном доме, когда оно приходит по особым поводам, а чтобы счастье было с вами как можно чаще. Понимать, что
постоянно быть счастливым невозможно, ощущать это, даже если мы понимаем мысленно, мозгами понимаем, да, я счастливый человек, но сейчас у меня такое настроение, сейчас у меня такое самочувствие, и это временно. Как сказал Черчилль, вот тоже мне очень понравилась его фраза, вот я в 30 лет ее прочла в одной из книг, и она стала для меня тоже таким постулатом. Лично я оптимист, другое отношение к жизни просто не имеет никакого смысла. Вот вы вдумайтесь. Думаю, що на цьому можна і завершити. Пані Кіро, насправді з вами легко, з вами приємно. І коли ми тільки що спілкувалися, от щастя наповнювалося. Щастям наповнювалася студія. Я думаю, що глядачі це теж відчули через екрани. Я очень старалась. Дело в том, что то, о чем мы думаем, то в нашу жизнь не приходит. Будете думать о любви, будет больше любви. Будете думать о счастье, будете думать, что же мне принесет счастье, а как счастье привлечь в свою жизнь. И будут открываться такие возможности. Кіра Дєгліна была сегодня в нашей студии. Дуже дякую вам за это счастье, которое вы принесли сегодня до нашей студии. Дуже дякую каналу. Вы большие молодцы, что поднимаете такие темы и вовлекаете людей. Потому что создавать счастье и настроение любви – это необходимо. Ну что, будем тогда разом все счастливыми, а мы с вами зустрінемось вже за декілька хвилин.